Если судьба милостиво подбросила тебе шанс выбраться из ямы неудач, то глупо отказываться, пусть даже для этого нужно немножко соврать. Ты кто? Я-то? Сейчас. Нет. Учитель? Да-да, французского. Ну что, учитель, поедем. Куда? В школу. Был Валико грузином, сбежавшим из тюрьмы, а стал русскоговорящим французом, учителем в сельской школе. Ну вот что. Я должен открыть вам одну тайну. Я не учитель. Бонжур, Валико! Сэ ля ви! Лицо французской национальности во вторник вечером на телеканале «Самара ГИС».